В Самаре продолжается подготовка города к зиме. В общей сложности плановые работы по замене подземных коммуникаций Т+ сейчас ведутся на 12 участках. В этом году у нас запланировано 12 перекладок. По 10 из них уже работы у нас ведутся в полном объеме. Трасса укомплектована материалом. Подрядчики в основном на всех выполнили уже полный объем по вскрышным работам. В настоящее время ведется укладка лотков, либо заливка бетонного основания для укладки трубопровода. По двум другим запланировано начало работы за 10 июля. Масштабные перекладки теплосетей идут по всему городу. В этом году акцент сделали и на обновлении коммуникаций исторической части города. Например, теплотрасса по улице Рабочей обеспечивает теплом в отопительный период порядка 25 зданий Ленинского района. На данном объекте работаем 2 месяца. Полностью завершили одну часть от Галактионовской до Самарской. Сейчас перешли на участок от Садовой до Самарской. Этот объект обеспечен полностью всеми строительными материалами. Все успеваем в срок. На весь период проведения ремонтных работ энергетики сохранили подачу горячей воды в дома через временный трубопровод. Ольга Волкова, Сергей Баскин. События.